Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1289, события дня. Иакова 5:9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у двери. Мое объявление, которое можете дать другим. Дети остались. Вот. Умерла сестра, муж, выходи, мой на ногах не стоит. Ну, это дети в общине выросли. Вот Сергей об этих самых дроботах пишет. Что она пишет и учится так, как... Вопросы задают и ответы даю здесь. Сами считайте. Я считать не могу. Тормозните и все. Курсором. Дмитрий пишет, в марте 1995 года викарий Курской епархии епископ Белгородский Иоанн осветил атомную подводную лодку «Курск». Он подарил экипажу список Курской иконы Божией Матери, а каждому подводнику маленькие иконки с изображением Николая Угодника, покровителя и заступника моряков. В августе 2000 года, то есть через 5 лет, подводная лодка «Курск» утонула. Все 118 членов экипажа погибли. Вот все их освещения, как в Китай поехали на Олимпийские игры, там освещали, все продули вдребезги, как будто нет. А теперь спроси, что твое освещение означало? Атомная подводная лодка готовит смерть миллионам людей, а сами погибли, все, во что обошлось? Ну, наши ресурсы, это мой мир, люблю эту систему. Не открывается тут всякая пакость. Тут. Каждый день толкают. Вот как страничка наша. Вот. Ну а дальше ленточная. Что тут вот это вот непонятно. Страница форума. тем. Очень богатый. Мы сейчас тут посещаемость небольшая. Смотреть хотя бы. Вчера 224 было, сегодня на 27 больше посетителей. Ну и наш видеоканал. Вот он.
на дороге детям не играть. Интересно. Снимок какой-то не понравился мне. Лежат сваи. А мы сейчас посмотрим. На дороге детям не играть. Вот на менеджер перехожу. Вот. Теперь вот здесь же это 6 минут. А теперь тут будет выбор, детям не играть. Вот. Хотя бы ребенок стоит тут. Так и сохранить. Вот так. Вот эта картинка будет другая. А теперь на это место снова надо поставить, посмотреть. Картинки, выбор есть небольшой. Вот это остальное вроде содействует тому, что написано. Соответствует, так сказать. И во свете Библии, православный библейский сайт. Это у меня открыта отдельная страничка на скверны всякие, какие пишут. Убрать быстро. А это все общее. Сейчас посмотрим комментарии какие на рассмотрение, на рыбалку. Вомас, гивен носит. То есть этот человек совершенно еще другой не понимает. Что-то пакости всякие пишут. Так вот прохожу. Хорошо, что есть возможность удалить. Взяли, все, ну как возьмешь, когда мать живая? Он еще не понимает, кричит, ругает и там. Видишь, пишет, засранцы. Вот так. Я прочищаю. Где же Никита? Я смолчал. Красивые монастыри, ухоженные, восстанавливаются, Владимир Мочалин. Ему Гавриловну снято уже было. С ней нет встреч. Мне очень жалко его. Ну вот так. И чем мы занимались? Я показал все ресурсы. Еще во свете Библии православный близкий сайт. Вчера до обеда сумели все забить сваи Володя за два, ну, неполных два дня. Вот он один забил. 138 свай. Он говорит, а руки не может сжать, кулаки, кувалды. Вчера закончили. И всего ушло на Рыжковский пруд 404 свая. Он их заново все прошел, промазал. Где мы могли, пазухи засыпали.
И хорошо, после обеда пошли окучивать картошку на саманном, так называемом, где гостинице для мужчин. Ну, не окончили, не смогли, совершенно изнемогшие. Никак. Отложили. А ночью вышел я в 3 часа, сверкает, зарницы полыхают. Ну, половина небосвода по горизонту. Потом сел я только заниматься в 3 часа с половиной примерно ночи. Погас, свет нету. Потом зажегся. Долго не включалось. Никак. Интернет не подходит. Отключенный, все. Деревня же нахожусь здесь, поэтому связи-то особой так и нету. Ну, на этом вот все.